Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу, как пройти обучение в Тинькофф Инвестициях. Чтобы пройти обучение в Тинькофф Инвестициях, давайте рассмотрим мы мобильное приложение, то нам необходимо сначала зайти в приложение Тинькофф Инвестиции и на главном экране в правом нижнем углу мы видим такой пунктик, как «Еще». И зайдя туда, мы должны увидеть такой раздел под названием «Бонусы», «Бонусы и акции». И зайдя туда, мы как раз таки в самом верху и видим, что Тинькофф Инвестиции предлагает нам пройти обучение. И вы можете начать проходить уже обучение. И также мы увидим такую информацию, что проходя уроки, мы можем получить подарки, а именно подарочные акции. В этом обучении всего 10 уроков. Причем стоит отметить, что эти уроки не длинные, все они достаточно короткие и длятся они примерно 10 минут. После того, как мы просмотрели урок, Тинькофф предложит нам пройти тесты и ответить на вопросы. Как правило, этих вопросов всего 15. Вы, кстати, можете повторно пересмотреть урок перед тем, как отвечать на эти вопросы. Ничего страшного в этом нет. Пересматривайте сколько угодно вам раз тот или иной урок. Так вот, пройти эти тесты не обязательно. Их проходить обязательно только в том случае, если вы хотите получить подарки, а именно подарочные акции. А какие именно акции вы получите, на какую сумму, это неизвестно, потому что, как правило, Тинькофф выдает эти акции рандомно. Причем, кстати, стоит отметить, что вы не обязаны отвечать на все вопросы правильно. Для того, чтобы получить подарки, необходимо ответить на более чем 50% правильных вопросов, да, правильных ответов. Так что не бойтесь, ничего страшного в этом нет. За какое время вы пройдете это обучение, тоже не важно. Вы можете пройти все хоть за один день, хоть растянуть это. Но каждый раз, заходя в этот раздел «Бонусы», вы будете видеть, сколько у вас уроков пройдено. Например, также будет показано, что пройдено 1 урок из 10, 8 уроков из 10 и так далее. То есть пройти обучение можно таким образом через приложение Тинькофф Инвестиции. Ну а ссылки на самое лучшее кредитная и дебетовая карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания!